Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, рада вас приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Сейчас мы с вами посмотрим, как он там без вас и что вы не знаете, что вы не видите в его отношении к вам. Да? Что от вас сокрыто? Сделаю для вас бонус. Я думаю, мы все успеем. В формате общего просмотра у нас сеанс проходит, как обычно. Ну и можете сразу поставить лайк данному видео, поддержите подпиской на мои каналы. Информация под видео. Ну, ваши лайки — это ваш комплимент самим себе. То, что вы очень благодарные, шикарные. Да, замечательные девчонки. Итак, давайте посмотрим вообще, что хотят вам сказать сейчас карты, какая информация вам идет. Ну, во-первых, здесь вещь такая серьезная. Здесь уже ситуация сама кричит о том, что либо расставаться, либо нужно переходить на какие-то новые уровни, буквально исцелившись от негатива прошлого, что-то переработать, пересмотреть в своих теперешних отношениях, или вы сейчас в одиночестве находитесь, возможно. Может быть, кто-то из вас решил дать вторые шансы друг другу. Тоже вероятно. Такое развитие событий вероятно. Давайте уточним, через какие сомнения вы проходите. Здесь идет как вынужденное бездействие. Кто-то из вас уже не верит, не доверяет, не хочет давать вторые шансы. Вынужденно бездействуете и ушли в отшельника. Ну, то есть, как бы вы сами знаете про себя все. И так как бы лучше. Не нужно ни за кем закрывать крышку унитаза. Да. А захотела — пришла, захотела — ушла. Сама себе хозяйка, что хочу, то делаю, да, но вы вот в отшельнике показывают, может быть, у вас одиночество вдвоем. То есть здесь сейчас действительно нужно вытащить на поверхность то, что глубоко спрятано, что же вам мешает, что в сомнение вас вводит. И вы видите здесь само колесо фортуны, то есть как бы время настало. Нужно использовать некие шансы. Сейчас колесо катится немножко вниз. Немножко я так смягчаю, дабы, дорогие, вы понимали, да, что, ну, есть цикличность, есть и хорошее, и плохое. Сейчас немного, как бы, период не совсем теплый, веселый и радостный, не совсем приятный и понятный, но эти задачи, которые вы все-таки так или иначе должны решать. Иначе, если не решите, не пройдете сейчас этот урок, то потом накатится еще больше. В любом случае, вы идете своей дорогой, чувствуете, как-то грамотно стараетесь ступать на дорогу, на линии своей судьбы переступать. Единственное, что сейчас немножко вам это делать проблематично. Может быть, даже кто-то устал уже от одиночества из вас и от того же одиночества вдвоем. Также здесь показывают ограничения, некие ограничения. Приходится на себя только рассчитывать. Здесь достаточно быть открытой, немножко ранимой, немножко эгоистичной. Вот о чем я говорю, что давайте полегче, да, чуток. Не будем атмосферу утяжелять. Не надо сгущать особо краски. Все-таки тоже солнышко показывает, что не все так плохо. Возможно, вы и привыкли на себя рассчитывать, но сейчас вам дают понять, что где твои крылья за спиной, да, которые у тебя были, где они? Ангел-хранитель выходит в защиту, на помощь к вам. Не спеши, все хорошо, здесь духовность, духовный вариант. Возможно также, что через некие ограничения, ну, радостные события и позитив, осознанность, немножко любви к себе еще подбавить и... Просьба высших сил ангела-хранителя дать ума разума. Здесь также идет найти баланс в себе. И да будет вам
уже человек, посланный небесами. Или же браки, которые заключаются на небесах, да? Человек какой-то по судьбе у вас здесь должен быть. Может быть, кто-то, о ком вы спрашиваете. Может быть, еще новый придет. Девчонки, здесь пока не ясно, не видно, не задавала этот вопрос. Но вы смотрите на свою ситуацию сами. Вот вы здесь жрицы выступаете в определенное время, в определенном месте оказаться. Отшельник. И здесь же мы видим верховную жрицу. Это очень серьезный такой вариант развития вашего собственного. Вы не дремлете, вы развиваетесь. И вы не должны быть рубахой парнем, да, то есть сейчас я тебя жду, потом я тебя еще подожду, здесь я прогнусь, здесь я сделаю для тебя еще что-то, здесь я еще подожду, здесь я потерплю. Еще такая здесь терпила. Нет, не терпила. Вы видите, вынужденное бездействие, немножко подзадуматься, что же происходит, набраться сил и энергии, сомнения, они тоже полезны по ангелу-хранителю. Он говорит, не торопись, подумай. Что-то ты еще не знаешь. Вот она тайна, которая должна быть еще плюс открыта. Не вся информация. Вы хочу знать. Вот он, орешек знаний, да? Нам расколоть его поможет. Тележурнал «Хочу все знать». Татьяна Любимова вам сейчас поможет. Ее канал замечательный, да? Попробуем сейчас разгадать эту тайну. Итак, мужчина. Кто он, какой он? Девчонки, что-то он поверженный герой. Как сбитый летчик здесь показывают, какие-то серьезные сложности. Кто-то из вас уже, может быть, даже и попрощался с ним, но вам непонятно, что же это было, да, и что еще какая-то информация вам непонятна, хочется узнать, правда, неправда. Ну-ка еще, что это такое? Да, здесь, видите, счастье, туз кубков перевернутый, как будто бы все, это ваше счастье, все надежды, они пролились, просто пошли по одному месту. Вместо того, чтобы развиваться, был упущен момент. Было как-то здесь окончание. Вот она, пятерка пентаклей. Здесь даже могла быть настоящая любовь. А все это вышло в какую-то блажь. Может быть, знаете, имеем, не ценим, потерявши, плачем. С чьей-то стороны он-то переживает. Он вообще себя чувствует жертвой здесь. Повешенный кто-то... Отток энергии. Потом дальше шут. Посмотрите, сколько старших арканов сразу, да, вышло. Сразу. И серьезные арканы, и два старших. Один, другой, значит, он здесь подвис, и он идет в новое, понимаете? Человек показывает, как он там без вас. Да все хорошо. Он с чем-то закончил, любви ему не надо. Тут как блажь, что-то вот, а вдруг, а может быть, можно было как-то по-другому. И вам нужно где-то там подумать что-то, да? Может быть, вы даже пытаетесь попросить у него прощения, что, мол, вернись, я все прощу, или были неправы, бывает и такое. А человек идет вперед, ему как бы все по барабасикам. Он не против, что вы его ждете. Запасной вариант ему не помешает. Но запасной аэродром, да? Все-таки дать ему шанс или нет, потому что так описывает пока не очень, да, здесь даже прям чувства и эмоции могут быть. Может быть, он от этого ушел и от семьи. Тут вообще карта мира, между прочим. Вы могли даже совместно проживать, или у вас все к этому шло. Такие отношения, которые можно было бы. Если только этот человек не в своем доме, не в своем мире сейчас находится сам. Изначально жезловые девочки. Он любит активность, он любит интим, страсть и. Взрослый человек достаточно должен быть с хорошим таким опытом житейским и опытом отношений. То есть он как бы не дурачок, его намеки не-то не проведешь, но он, вот как у него жезл работает, если его тянет, страсть есть, он вдумчивый, он может потянуться. Не захочет, он мало здесь думает, он мало здесь чувствует, он не ищет особого комфорта, захотел, сделал. Для него важно, чтобы была стабильность, и чтобы, ну, здесь сложная натура, он все делает для того, чтобы, конечно, у него пентаклики были в закромах, и чтобы он был в своем доме, там, где он работает, со своими друзьями, своими близкими. Персона, не подвергающаяся критике. Его слова, его поступки не должны подвергаться, или даже его предложения сомнениям не должны подвергаться. Авторитарный человек. И он может все сделать для того, чтобы было какое-то, вы знаете, более-менее безбедное существование, скажем так, подушку, чтобы безопасности, ну, чтобы подушка безопасности у него была. И он может подстелить
скажем так, той же самой соломки, не только себе, но и своему окружению. Он как-то может побеспокоиться, помочь и денежкой, и финансово, и как-то защитить. И ну, он может делать для других, как для себя, да, такой вот парень. Но вместе с этим иногда он это может делать для хорошей репутации, что посмотрите, каков я. Не всегда это. Иногда он делает, ну, как бы так вот надо. Не всегда, чтобы по чистой доброте душевной. Иногда даже для того, чтобы как-то подняться в глазах окружающих. Или он главный, он привык верховодить. И он может, конечно, все делать снисходительно, да, с высоты своего полета. Тем не менее, в отношении вас здесь какая-то грусть, печаль. Ну да. Знаете, он как бы выйти хотел, много уже у него есть, что накоплено. А к вам он как-то в романтику. Ну, сейчас этой романтики не хочет. Здесь идет по дьяволу, девочки, искушение сомнений, искушение привязки разного рода и так далее и тому подобное. Давайте сейчас спросим, что он скрывает, что от вас сокрыто, чего вы не видите или не видели. Продолжайте. Может быть, даже делать вид, что вы не видите. Так. Давайте на позитивной колоде посмотрим. Это будет очень интересно. Такие вопросы, казалось бы, да, сложные, серьезные. Итак, что от вас сокрыто? Тут, между прочим, да, это положение, когда человек, вы знаете, он вам может кивать, говорить, что да, дорогая, а тем не менее находиться при своем мнении. Он считает себя выше всех. И ваше мнение, к сожалению, для него это пустой звук. То есть он скажет вам, да, на самом деле подумает совершенно другое и сделает вообще по-своему. Что еще от вас сокрыто? Вот тот самый туз кубков. Возможно, вы еще надеетесь на любовь, а он был перевернут, и сейчас он вышел. Да? Может быть, вы еще питаете надежду, а здесь человек вам хочет сказать, что он не готов к этим чувствам, к большим, к серьезным, к сильным. Он то ли специально опрокидывает эту чашу, то ли делает все для того, чтобы вы разочаровались в нем, или не питали, чтобы пустых иллюзий и надежд на чувства. Вообще на чувства, да? И посмотрите, он говорит то, что от вас сокрыто, что на самом деле это, может быть, жезловый, может быть, для кого-то он кубковый. Для вас конкретно он идет сейчас как жесткий, авторитарный и холодный человек. Он избирательный, тем не менее, ну вот не избрал или посчитал нужным что-то другое. Он вам не дает тепло, радости не дает. И, возможно, здесь все идет к тому, что вы действительно сейчас делаете переходный какой-то переломный момент или осознаете здесь, да, что, может быть, это уже бывший ваш действительно. Ко встрече с новым человеком в вашей жизни, но без проработки старых отношений очень сложно выйти к новому. Еще он скрывает, что все-таки какие-то перспективы он по поводу вас имеет. Что за перспективы? Как сам не ам, другим не дам, да? Посмотрите, здесь хохочет у лестницы вверх. Прям что-то чрезмерная какая-то радость, не совсем норма, какие-то догмы. Девочки, он может скрывать даже то, что он женат или у него кто-то есть. Также он может, знаете, как сначала делать что-то, а потом сказать, ой, а это же неправильно. Я же иду не по своему пути, не по духовному пути развития. Я что-то там косячу и так далее, я так не могу. В общем, все сделать при расставании так, чтобы, ну, не он вас бросил, а вы его бросили. Так все подставить. Может быть и так. Может быть, конечно, кто-то и видит перспективы, тем не менее, брак либо мешает, либо он, возможно, с вами хотел бы каких-то серьезных отношений, но здесь почему такое расстройство прям? Здесь показывает эмоциональную женщину. Возможно, ваши эмоции, девочки, чрезмерные, и чрезмерные ваши ожидания все портят или уже испортили. Много себе нарисовали. Здесь показывают, что нужно было от вас либо не делать какие-то резкие шаги, вот вы ждете, вы радуетесь, а по сути требовалось, что от вас, это уже что скрывается, в принципе, хорошенечко его встречать, если он к вам по жезликам идет, да, как гусар, как Д'Артаньян и прочее.
То есть всегда быть готовой к интиму, всегда быть такой прикольной подругой для утех, для сладости, для страстей. Эмоции, чрезмерная любовь не нужна. Но почему же вот здесь, если он не женат, допустим, да? Может быть, он скрывает, что он хочет жениться, что он вас рассматривал. Но все равно как-то чрезмерные эмоции, любовь. И плюс еще вот что-то тут с интимом связано. Может быть, его и не было. Ну вот, кстати, по жрице здесь, опять же, здесь лучше быть другом. Или у вас секс по дружбе, да, может быть. Но как жена здесь не показывают. Да, он мог рассматривать. Может быть, здесь прикольная подруга. Классная и партнерша сексуальная и замечательная для интимных встреч, как любовница, вполне себе возможно. Но тут также, если человек женат, здесь тайные встречи, а это уже в никуда. У вас истерики, у вас понимание, что у вас только одно, один вариант развития событий, хотя кому-то и нравится, да, быть в любовницах. Тем не менее, здесь показывают, что опять стоп. Стоп. Ну, тут говорят о духовности. Нужно приостановиться. Вот он опять 20-й аркан. Суд здесь ничего не противоречит друг другу. Здесь такое то, что от вас скрыто, оно вроде как на поверхности, да? Только вам еще чуть-чуть надо, чтобы это все-таки понять и осознать. Что же вам делать-то вообще? Убегать или ждать, смотреть дальше, что будет? Опять десятку девочки кубков показывают, перевернутые. То ли здесь чрезмерное ожидание семьи, счастья, любви, которым не суждено сбыться на данный момент уж точно. Жрица говорит, либо это тайные связи, все остается. Здесь нужно уже делать переходный какой-то момент, шажок, осознать и исцелиться. Вот вам ангел-хранитель, очищение и исцеление. Не торопись, не спеши, подумай. Может быть, ты вкладывала сюда очень много надежд на счастье, на семью, но тебя, скорее всего, ждет другой человек. Причем император, самый что ни на есть. Это уже будет не отдельно пентакливый, не отдельно жезловый, либо там мечевой, да. Это человек-оркестр, который вместит в себя все. И этот человек, да, самостоятельный, да, свободный, да, непокобелимый, может быть, где-то, но он сам решает, как ему быть. Но если он полюбит, то полюбит. Тут надо быть императрицей, чтобы соответствовать. Вы, вообще, вот ваша энергетика позволит так? Девочки, вам нужно себя кучку собрать, спуститься с небес на землю. Вот здесь идет узнать правду, как раз-таки, да, осознать ее и не придумывать ничего, вернуться в реалии и как раз-таки подготовиться к встрече с таким человеком. Выйти из состояния лунной депрессии, да, взять над собой контроль и прекратить себя бичевать там и думать, что вы недостойны, или страхи излишние, боязнь. Вот, пожалуйста, двойка кубков здесь идет. Встреча прекрасная и прекрасный союз. У вас все должно быть хорошо. Лучше, чем сейчас, это точно. Если сейчас хорошо, то будет только лучше. Если сейчас так себе, то, дорогие, сейчас уже хорошо. А будет только лучше. Как мантру себе это читайте, запомните. И вам еще совет, рекомендация. У вас тут император целый нарисовывается. Вы чего, вам ли? Прям грустить. Активные действия. Займитесь чем-либо активным. Труд, хобби. Ну, я не знаю, развитие какое-то, саморазвитие. И будет вам счастье. Да. Да пребудет с нами со всеми любовь. И быть добру. Дорогие, ну вот так, пока так. Если хотите индивидуально обратиться, я смотрю экстрасенсорно по фотографии. Каналах есть на знание, есть на видение. Дорогие, благодарю вас за донаты. Сейчас еще будет бонус. Помогаете, мотивируете на наши новые встречи, поддерживаете мой канал, мою работу. Благодарю вас. И пусть ваши финансовые потоки только усиливаются во благо. И давайте три вопроса. Что будет? Что будет, если вы сделаете так или эдак, да? Задайте. И сейчас будем ответ посмотрим. Какие-нибудь разные, можете, или разные варианты одного вопроса, да, одной темы. Разные варианты. Если я сделаю вот так, если я сделаю вот по-другому, что будет? Первое.
Если вы сделаете так, как вы задумали, у вас здесь хорошие перспективы, нужно их видеть, открыть для себя эти перспективы и дождаться. Вы дождетесь чего-то позитивного. Также, если есть перспективы, здесь тройка жезлов, жезлы, огонь, действие, движение, двигаться надо к намеченной цели. Иногда вы можете сидеть, ждать, ничего не делать, но все-таки как-то пододвигать вот это событие нужно. Правильно и позитивно. В принципе, здесь да, если надо, нет, да. Здесь к чему приведет? Здесь король мечей, здесь некая персона, которая вам будет либо палки в колеса вставлять, либо здесь человек, на которого вы тратите время и энергию, а он просто вот такой. Сам по себе. Холодный, расчетливый, не дающий любви. И здесь луна. Это излишнее впадение в впасть опять в собственное неблагополучие, в бичевание самой себя, что вы недостойны, заниженная самооценка, страхи, нереализованность с этим человеком или по этой персоне, или по этой ситуации. И в основном здесь даже может быть латентная депрессия, то есть какие-то эмоциональные состояния очень сложные, очень такой тут синяя борода вообще какой-то вышел. Так, и третье, что у вас, если вы сделаете так-то. Здесь, дорогие, здесь вам рекомендуют постой, не хорохорься слишком, ну, либо как храбрая партняшка, ну, как бы наготове быть, защищать свои интересы надо, но шишков здесь особых не делается. И также принцесса кубков, но принцесса мечей кубков здесь не делаются дела, здесь есть эмоции и излишние порывы, но все это приводит, наверное, скорее всего, к какому-то, ну, недвижению и даже окончанию. То есть тут вот как есть, так нельзя. Здесь нужно пройти большую серьезную трансформацию, да, для того, чтобы, то есть просто не хватает сил. Эмоции какие-то немножко впадения в детство, в инфантилизм, да. Хочу-хочу, сейчас я шашкой помахаю, а толку нет. Все, что-то уже отжило, как бы нет, надо вот то, что отжило, уже проработать, отпустить, простить и поблагодарить. Все, и двигаться к новому. У вас здесь трансформации. Но каких-то шагов особых и четких эмоций правильных нету. Тут может колбасить из огня да в полымя, вот как-то так. Напишите, пожалуйста, как с вами срезонировала вообще сам сеанс и вот этот бонус наш. Замечательный. Я думаю, вам приятно, да, интересно. То, что я вот эти бонусы делаю, эти подарочки для вас, да, я думаю, вы напишите в комментариях, кому нравится, кому не нравится. Наверное, нравится, да? Положительные отзывы, ну и мотивация для наших новых встреч. Взаимности вам. Подписывайтесь на мои каналы, информация под видео, также записывайтесь и на индивидуальный сеанс, просмотр. Ну и до новых встреч. Пока-пока.